В нашем храме Покрова Пресвятой Богородицы при СИЗО 2 у Всероссии по городу Москве, известно больше как Бутырская тюрьма, находится уникальная икона Воскресения Христова. Эта икона написана по заказу нашему в Курске, иконописец Мария Шанина. Она является парной к иконе нашей храмовой Покрова Пресвятой Богородицы, которую мы получили из Зосимовой пустыни. На этой иконе она в плане восьмерка, то есть вверху овал и внизу, получается, как восьмерка. Вверху воскресение Христово, а внизу сошествие в ад. И вот здесь изображена темница. То есть это получилось как бы случайно, потому что мы искали образец, нашли, сама иконописица нашла, даже мне показала мне в очень маленьком виде, там не было ничего заметно. И вот оказывается, что здесь Бутырская тюрьма. То есть вот темница, решетки на окнах, и ангелы разрывают цепи и выпускают отсюда узников, которые поднимаются к воскресшему Господу. Вот. Вот такое большое значение имеет эта икона, она символическая в том, что души людей, которые находятся здесь последствием, потом получают осуждение, они восходят в Царство Небесное к нашему Христу Спасителю.